Всем здравствуйте! С вами YouTube-канал Антиборщевик. Сегодня мы ни копать, ни резать ничего не будем. Хотелось бы сделать небольшое обращение словами. В последнее время приходит довольно много писем такого содержания, что, ну, как в личку, так и в комментариях иногда люди пишут. И пишут, что, дескать, все бесполезно, что вон его сколько, этого борщевика, вон его поля, вот, что все равно все зарастет и так далее. Мне хотелось бы сказать, что такие упаднические настроения еще никого не доводили до результатов, хороших особенно. Поэтому, когда задача большая и сложная, как с борщевиком, нужно просто определиться с приоритетами, понять, что делать, и делать то хорошее, что в наших силах. Вот. Потому что такие разговоры, они неконструктивны, и не хотелось бы, чтобы они продолжались. Итак, какие задачи у нас? Задача номер один – сохранить чистыми те земли, которые мы еще пока такими считаем. То есть там либо действительно нету борщевика, либо, ну, мы просто что-то не знаем. Вот. Что делать в этой зоне? Ну, во-первых, не просто ходить или ездить, а наблюдать внимательно глазами, смотреть и смотреть, не пророс ли где борщевик. И уж если пророс, то, конечно, удалять его, уничтожать всеми доступными способами, не допустить ему сбросить семена и образовать там новый очаг заражения. Вот. Этими землями очень стоит заниматься, так вот наблюдать их, потому что никакая, даже если она будет региональная или государственная даже программа по борьбе, заниматься не будет, скорее всего, потому что считается, что борщевика на них нет. И это забота в основном местных жителей. Вот. Те, кто живет вот в какой-то деревне, поля вокруг, ну, очень стоит наблюдать и вмешиваться, если случилось что-то не то. Вот. Задача номер два – это частично зараженные земли. Там, где борщевик есть, где он заметен, где это уже даже не отдельные зонтики, а уже какие-то их скопления даже. Вот. Но там еще осталась местная природа, еще есть что сохранять. И вот там очень стоит, ну, приложить усилия и вернуть ее в состояние чистых. Вот, это возможно. То есть многие люди это делают даже в одиночку, не найдя поддержки. Ну, кто-то организуется даже целыми деревнями, выходят на субботники и делают это. Просто чтобы сохранить природу своего края для себя, для детей, для внуков. Вот. Есть, например, замечательная деревня Юриха в Удмуртии, есть деревня Шарданемь в Архангельской области. Вот. Наверняка есть и другие, просто я не про всех знаю. Вот. Это очень достойные примеры для подражания. Так нужно делать, это важно. Вот. И задача номер три, задача грустная, но тем не менее она есть, это сплошные заросли. Они уже во многих местах есть и довольно большой площади. Вот. И чтобы нам, когда у нас нет возможности с ними как-то справиться, нужно хотя бы организовать некоторую буферную зону вокруг них. То есть, ну, или обрабатывать гербицидами, или хотя бы косить несколько метров от края, чтобы просто не позволить им распространяться дальше, то есть локализовать их, чтобы они вот где есть, там и остались. И, разумеется, вот это вот косить по краю не поможет без второго пункта. Тщательно контролировать территорию вокруг зарослей, потому что если где-то заросли имеются, то земля вокруг не может быть чистой, она уже заражена семенами борщевика, и, скорее всего, там уже есть где-то и взрослые растения, и маленькие. Их надо находить и уничтожать, чтобы просто сохранить эту землю. То есть в наших терминах это зона номер два. Да? То есть если заросли — это такой совсем тяжелый случай, то вокруг заросли — это вот частично зараженная зона, которую надо очень внимательно контролировать и уничтожать там борщевик в меру своих возможностей. И задача наша просто тут продержаться до того, как появятся какие-то региональные, например, программы по борьбе. Вот в некоторых регионах они уже начали появляться, то есть кое-где заросли уже обрабатываются. Но, к сожалению, не везде пока. Вот. Однако, если сидеть и просто ждать, то программа может появиться через 10 лет, а за 10 лет уже будут совсем другие площади борщевика. Он размножается с катастрофической скоростью. И сейчас наша задача его, ну, просто сдержать хотя бы любыми способами. А потом, когда появятся ресурсы, уже можно сокращать потихоньку эти заросли от краев к середине. Вот. И тогда есть шанс, что нам удастся сохранить местную природу. Вот. Поэтому людей, в общем, на свете достаточно много. Если все достаточно серьезно отнесутся к этой проблеме, то все получится.
Вот, поэтому я очень надеюсь, что каждый будет делать то хорошее, что в его силах. Вот. И я желаю успехов всем в борьбе. До свидания. С вами был YouTube-канал «Антиборщевик».